Ранним утром 5 марта в пожарную часть поступило сообщение через службу 112 о возгорании в частном жилом доме по адресу Расторгуева, улица 2, спортивная, дом 3. На место прибыли 4 единицы техники и 15 пожарных. В ходе тушения пожара обнаружили двух погибших. Их личности устанавливают. Известно, что дом был одноэтажный, из деревянного бруса, с мансардой, 1941 года постройки. Здание было разделено на несколько частей и имело разных собственников. В той части, где начался пожар, около 20 лет никто не проживал. Отопление и электричество отсутствовали. Собственника помещения устанавливает следствие. На месте пожара работает следственная оперативная группа. Значит, по результатам доследственной проверки, проведения пожарно-технического исследования, а также судебно-медицинской экспертизы, будут установлены причины пожара и причины гибели человека на пожаре. В Ленинском городском округе сотрудники МЧС на постоянной основе проводят профилактическую работу с жителями для того, чтобы напомнить им о технике пожарной безопасности в бытовых условиях. Кроме того, они рекомендуют установить в доме или в квартире дымовой пожарный извещатель, который оповестит о возникновении пожара. Напомним, что в случае возгорания сохраняйте спокойствие и незамедлительно звоните в службу спасения по номеру 112.